Смотрите, какая реакция. Это горение бумаги. Скучно! Скучно, скучно! Давай, Уолтер, пошевеливайся быстрее. Да-да. О, Уолтер и Уайт, вы проснулись. А я где? Вам резко стало плохо на вашей работе. Все тело болит. Уолтер Уайт, у меня есть для вас неутешительные новости. Можете присесть, пожалуйста. Мистер Уайт, у меня для вас плохие новости. Мы обнаружили у вас рак легких. Так, сейчас, подождите секундочку, вот. Вот ваши результаты. Не может быть. А чего? Что? Как? Я даже сигареты в рот не брал. Не может у меня рак легких быть. Так, Уолтер, ты что прохлаждаешь здесь на работе? А ну быстро стирать вещи. Мы тебе за что платим-то? Да пошел ты к черту! С юбилеем тебя! Привет, дорогой, как дела на работе? У меня рак легких. Ну вот, короче, Уолтер, представляешь, мы сегодня раскрыли еще одно дело. Еще одних варщиков, которые тут недалеко. Это, ребят, спасибо. Не ожидал такого. Короче, Уолтер, у нас есть еще одно дело. Здесь недалеко еще одни варщики припрятались, поэтому поедешь с нами. Ну, давайте, что? Ну, а Уолтер, мы пошли, ты пока здесь, подожди нас. Ладно, идите, не буду мешать. Джесси? Мистер Уайт? Это вы? Так, Джесси. Мистер Уайт, только не надо сейчас, пожалуйста. Мне лекции никакие читать. Не надо вот ничего мне говорить. Так, твою компашку повязали. Ты остался один. У тебя есть бизнес. А я знаю химию. Предлагаю объединиться. Мистер Уайт, вы хотите варить медовитамин? Thank you.
Ну, да, вроде это все есть. Все, что принес? Да, все, что нашел. И более-менее подходящее. Только у нас одна проблема. Нам негде варить. Да, это дилемма. Надо поискать. Может, на Авито найдем какой-нибудь фургончик, купим, арендуем там. О, Джесси, классная идея. Надо прямо сейчас этим заняться. Так, вот некоторые грузовики, давай посмотрим. Мне визуально просто не нравится. Это, ну это слишком дорогое. Что там дальше? Это вообще не в нашей стране. Чё-то нет ничего, никакого. Да вот, смотри, что? Вот. Опа. Покупаем. Да. Вот, смотрите, Уолтер Уайт. Уф, какие у него эти. Давай. Все, приступаем. Скорее. Доктор Уайт, походу у нас получился кристально чистый мед. Что? Доктор Уайт, да это же целое искусство. Да вы чертов художник, доктор Уайт. Я... Теперь нужно попробовать. Ты меня останавливаешь. Стой! Положи! А чё ты нам... умом тронулся? Да чё, да поймите, не сорвать. Чё нам с этим делать? Продавать. Ну? Мы варим, но не пробуем. А я знаю, с кем это обмыть. И это будет наш клиент. Ты уверен в нем? Да. Всё. Эй, привет, Crazy 8 Frog. У меня есть кое-что для тебя. Штырь, да? Нормально? Я могу тебе продать. Поехали со мной. Пойдет. Я тоже поеду. Ну, показывайте. Где вы здесь варите первоклассный мед? Так это он! Он вместе с ментами нас накрыл в тот раз! Вот этот очкарик! Ах он! А ну! Так, либо вы показываете, как вы варите свой мед, либо я перережу горло вашему другу. Алло. Короче, мистер Уайт, у меня есть одна небольшая проблема. Оказывается, вот один чувак, которого мы вчера... Ну, помните, мы двух чуваков вчера отравили? Так вот, один из них выжил, мне нужна ваша помощь. Подходите к нашему фургону, короче. Да, сейчас буду. А? Господи. Да, это он живой, по-моему. Ага. Так. Как, я что, слишком мало добавил? Он должен был такой коньки бросить. Так. Надо его привязать. Да. Тоже думаешь, хочу? Нам надо решить, что с ним делать. И со вторым. Так, давай так. Давай монеты кинем.
Если решка мне выпадет, то я расщепляю туп. Если орел тебе выпадет, то ты расщепляешь туп. Давай? Давай. О, черт, а! Ну ладно, придется. У тебя задача не легче. Мне оставшегося добить придется. А я этого тоже очень сильно не хочу делать. Ну, что там надо для этого, чтобы расщепить? Что там надо? Кислота, пластиковый таз. Ладно. Так, надо пробить, кто там ему звонил. Блять. Что за Джесси Пинкман? Миссис Уайт, вы беременны. А, ого, а кто такой Джесси Пинкман? Он мне траву продает. А, ого, ого. Кого там принесло? Здравствуйте. Добрый день, Джесси Пинкман. Да. Хорошо. Я все знаю, то, что вы там с моим мужем занимаетесь. Да. А что вы знаете? Если ты еще хоть грамм травы ему продашь, я тебя сдам в полицию. Хорошо, больше не буду. Все, пока. Ой, черт. Ну что, мистер Уайт? Я все-таки сделал свою часть сделки. Все-таки у меня получилось растворить. И вот у меня самое сложное вообще-то задание было растворить этого чувака в ванне. Ага, ты еще заплачь. У меня задача была ужаснее, чем твоя. Ага, конечно. Да попробуйте вообще затащить 2-килограммовую тушу вонючего мяса на второй этаж. Да я ее еле в ванную затащил. Ванну? В каком смысле ванну? И да, кстати, на кой черт вам понадобился этот уже дурацкий пластиковый таз, когда у меня есть отличная ванна? Черт! Эй, эй! Что ты говорил про тот дурацкий пластиковый таз, который я просил тебя купить? Видишь ли, кислота не разъедает пластик. А вот металл, керамику, камень, стекло запросто. Уолтер Уайт, я знаю, кто вы. Я бы на вашем месте вообще бросил бы этот бизнес. Вы, наверное, думаете, что ваша проблема сидит прямо перед вами? Но нет. Ваша проблема – это ваш напарник. Развяжите меня, отпустите, и все будет хорошо. Черт, он за спину прячет нож. Ладно. Oh!
Черт! Он стой! Мистер Уайт, я же выполнил свою часть сделки. Ты не следовал моим правилам и проиграл. Мне все равно, мистер Уайт. Так сказала монета. Я ухожу. Я не буду лечиться. Ты должен лечиться. Нет. Должен вылечить свои легкие. Я не буду этого делать. Будешь. Когда ты уже сдохнешь, надоел уже. Хуй, ты о чем? Хорошо. Вот молодец. А, здорово, отец, я тут у тебя переночую немного. О, привет, ну переночуй. Спасибо, отец. Так, стоп, а это что? Забай! Загаси пиздку, косишь, что у нас отсюда? Ты мне больше не сын, понял? Спасибо, что прикрыл меня. Можешь вернуть мне мой кофяк? Уолтер Уайт, Уолтер Уайт! Джесси? Мистер Уайт, я все осознал. Простите меня, пожалуйста, за все. Я думаю, нам стоит снова объединиться. У меня как раз есть один клиент. Ну хорошо. Добрый день, Дуку. Салам. Я принес вам немного меда. Уф, какой хороший мед! Прям прет! А, сейчас я тебе дам деньги. Надя. Так, кто ты говоришь, тебя там избил? Как там тебя зовут? Хайзенберг. Чё ты сюда пришёл? Я пришёл доставить ещё одну партию мета. Ушёл. Я хочу с тобой договориться. Я буду поставлять тебе 2 килограмма мета в неделю за кругленькую сумму. Договорились? Договорились. Что? То есть вы договорились с этим человеком, что вы будете давать этому холоднокровному убийце 2 килограмма в неделю? Да, я так решил. Мы будем этим заниматься. Мистер Уайт, я не согласен. Не, я не буду этого делать. Где мой мед? Вот. Только здесь 250 грамм. Но ты можешь доплатить сразу за все. Джесси, ты все достал? Да, я все достал. Все, что смог. Вот, посмотрите. Где метиламин? Я не вижу метиламин. Знаете что, мистер Уайт, метиламин вообще-то не так уж просто достать. Но я знаю одного человека, который продаст нам этот метиламин за 50 штук. Делаем. Так может, сами все сделаем? Set speed.
tekee topless volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen joku, vaan siitä, että hallitsee. Все, я, у меня тёмин есть, можно варить спокойно. Ну да, давай начнём. Какой шикарный мёд, продукт вообще хороший. Не забывайте, на кого вы работаете. Ты чё думаешь, что они дебилы, а? I want to break free. Увидимся через неделю.